Газовый конфликт остается неразрешенным. В ходе трехсторонней встречи в Варшаве Россия, Украина и ЕС так и не договорились. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. Теперь стороны до конца мая должны провести два дополнительных раунда переговоров. Поставки российского газа в Украину до конца месяца прекращаться не будут. По словам Эттингера, Еврокомиссия хочет показать свою солидарность с Украиной и поддерживает введение единой цены закупки российского газа для всех государств, членов Евросоюза.